многие люди удивляются, почему. Вот они приобрели землянику ремонтантную и ремонтантную малину. Земляника ремонтантная, она плодоносит у них с начала лета и до заморозков. Почему ремонтантная малина не может также плодоносить? На самом деле здесь немножечко заблуждение в понятиях. Земляника ремонтантная, она отличается от летней чем? Что летняя земляника, она закладывает генеративные почки, то есть вот цветочки, ягодки, при определенной долготе дня. То есть весной они заложили, летом отплодоносили, все. У ремонтантной земляники этот фактор искажен. То есть она закладывает почки при любой долготе дня, поэтому у нас получается плодоношение от июня месяца и кончая, пока морозом не стукнет, не прихватит, все, до самой осени. Ремонтантную малину назвали потому, что она отдает свой урожай в необычное время осенью. То есть летнюю мы получаем летом, ремонтантную осенью. Разница летней малины и ремонтантного типа плодоношения, что летняя плодоносит на побегах второго года, ремонтантная на побегах первого года. Поэтому мы получаем урожай основной осенью. И не надо путать эти понятия и ждать от ремонтантной малины плодоношения круглое лето. По морозостойкости. У ремонтантной малины проблема с морозостойкостью практически решена. Почему? Потому что больше всего в зиму малины поражается побег. Он вымерзает и все. Корневая система малины, она переносит мороз до минус 25. То есть как яблоня, корневая система яблони, корневая система малины. Минус 25 спокойно выносит. Получается, у летней малины мы не получаем урожай из-за вымерзания. Почему? Потому что вымерзают генеративные почки, именно цветочные почки. У ремонтантной малины эта проблема снята, потому что побег с осенью срезается полностью. И плодоносит она на побегах восстановления, на побегах первого года. Поэтому по технологии возделывания ремонтантную малину ежегодно обрезают в конце осени, при наступлении первых заморозков или весной. Это способствует хорошему, сильному развитию побегов на следующий год, дружной отдаче урожая и самый большой плюс еще того, что удаление инфекции, накопленной за вегетационный период.